Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 79. Прочитай сочетание слов. Русский язык, прилежный ученик, трусливый заяц, дежурный по классу, новый пенал, черный карандаш, хороший учитель, маленький воробей. Объясни, какие буквы пропущены в словах. Русский язык. Язык. Это слово с непроверяемое гласное «я». Ученик. Непроверяемое бездарное гласное «е». Заяц. Непроверяемое бездарное гласное «я». Дежурный. Непроверяемое бездарное гласное «е». Класс. Удвоенное «с». Пенал. Непроверяемое бездарное гласное «е». Карандаш. Две непроверяемых бездарных гласных «а». Учитель, непроверяемое гласное «е». Воробей, две непроверяемых бездарных гласных «о». Спишите три сочетания слов. Давайте запишем первые три сочетания слов. Русский язык, прилежный ученик и трусливый заяц. С большой буквы «рус», двойное «с», «кий», «язык», запятая, «при», «леж», ученик, запятая, трус ли вы заяц. Подбери к выделенным словам противоположные по значению слова. Трусливый, а наоборот, смелый. Новый, а наоборот, старый. Черный, а наоборот, белый. Маленький, а наоборот, большой. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.